дамба-дамба-дамба, всем на дно. Дамба-дамба-дамба-дамба, пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моря, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Вечерней рекой не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Спасибо вам большое. Вы просто зарядили наше утро таким скорее к нам. Позитивом, мажором. Здравствуйте. Спасибо, это было просто невероятно. Спасибо. Сразу же создается и настроение, и сразу же хочется петь, плясать, скажите, разговаривать. Что для вас Новый год? Новый год – это, конечно, прежде всего семейный праздник. То есть вы его традиционно отмечаете в семье? Нет, не всегда. Ну, частенько на работе. Вот хотел как раз об этом поговорить. Ведь на самом деле жизнь артиста – это всегда в первую очередь выступление на праздниках. Да. Как относится ваша семья к тому, что частенько вас, наверное, не бывает в самые важные теплые моменты? Положительно. Положительно? Конечно, конечно. Но это же моя жизнь. Или с пониманием? С пониманием, безусловно, с пониманием. То есть положительно и с пониманием – это равноценное явление? Ну, каждая мама и папа хочет видеть ребенка в такой праздник рядом. Но так как родители меня очень понимающие в этом плане, как к творческому человеку, они понимают меня в этом отношении. Ну, 2020 не за горами. Какие у вас планы? Что планируете? Творческие. Планы, конечно, развитие. Сольные концерты, безусловно. Так как я, прежде всего, академическая певица. Вот у нас прошел очень замечательно много концертов и великолепная барокко. Прошел концерт. И хочется, конечно, еще много-много-много сольных интересных проектов. Классической музыки, безусловно. Где вы учились, если не секрет? Я закончила Казанскую консерваторию. Да. Известное заведение. Да, очень. Динара, а как вы загадываете желание на Новый год? А, у меня есть всегда одна примета, вот, которая вот точно работает. Нами, пожалуйста. Точно работает, это то, что надо. Написать, взять бумажку, записать желание, поджечь ее. То, что я говорил. Очень... Главное, что Владимир Владимирович в это время говорил, правда? Правда. Усиливает эффект. Да, и выпиваем с наслаждением, с любовью шампанское. И я думаю, что работает. У вас всегда сбудется. Работает.
работает. А какие еще, может быть, у вас есть приметы, которые тоже точно работают? Это сейчас крайне важно для зрителей, а не все на карандаш. Ой, я так и даже и не вспомню приметы работы. Ну, наверное, всегда выходить из дома с правой ноги. Это бабушка меня учила этому. Тогда день слаженно такой вот пройдет, очень добрый. А если из дома не выходишь, то... Вставать с правой ноги. Вставать с правой ноги, да, безусловно. Все начинать с правой. Тут не очень важно, я тебе хочу сказать. Это спасибо большое, что вы меня учите правильные советы даете. А кто, если не мы, Тонь? Я бы на тебе тоже записывал. Ну, что еще хочется сказать? Наверное, самое главное, без чего не обходится ваш Новый год. Новый год. Если из еды, конечно, селедка под шубой. А может, мимоза? Мимозу мы тоже любим, но как-то вот селедка под шубой – это вот самое такое традиционное блюдо. Динара, буквально осталось немножко времени у нас. Я вас прошу обратиться ко всем крымчанам и пожелать им что-нибудь такое, от чего у них дыхание от счастья замрет. Уважаемые крымчане, дорогие мои любимые коллеги, россияне, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю вам богатырского здоровья, много-много счастья, любви и процветания. Ну и, конечно же, приходите в Крымскую государственную филармонию. Музыка вечно. Спасибо вам большое. Напоминаем, у нас в гостях Динара. Не уходите, пожалуйста. Мы же вас не отпустим так просто. Хочу сказать, что у нас в гостях Динара Хафизова, певица, солистка Крымской филармонии. Повторюсь, мы вас так просто не отпустим, даже на это не рассчитывайте. Потому что без фото на память вы не уйдете отсюда. С радостью, ребята. И Танина, мы вас тогда приглашаем в нашу импровизированную фотостудию, где мы с вами, конечно же, сделаем фотокарточку на память, потому что без чего не обходится Новый год. Как вы уже сказали, для вас это селедка под шубой, а для нас это фотография. Вы же помните, сколько знаков в CDS мажоре? Конечно, конечно. Смотрим прямо, видите, камера туда смотрим, широко улыбаемся и после слов раз, два, три говорим с Новым годом. Раз, два, три, с Новым годом!